Айттым бит. Татарларына кызыксындырган актуаль темаларга аралашуу нуктасы. Жеңилче, тусларча, татарча. Айттым бит подкастынын гадаттан тыш форматы. Әлеге чыгарылышта сізге 2023 жылда Қозанда озған Пішен базары фестивалиндегі лекториядан «Мин татар тілін нешік үйрендім» әңгімесінің аудио версиясын тәқдим етеміз. Әңгіменің модераторы Скайтат онлайн сөйлем клубынан Алсу Ғұсманова. Демек, көз алдығызға кетіріңіз. Сіз жәйге Қозанда. Шахар өзегіндегі Қобан көлі яр бойында Пішен базары бірлей. Су үстінде ақшарлықлар іші. Яңағына яңғыр яуып өткен, хәм жәйге жылы жел исә. Барыгызга да сәламнәр, хөрмәтле кунакларыбыз, сез утыра башлагыз. Һәм беренче безнең шундый әңгәмә, русча әйтсәк беседа, авыл татар теле белән бәйле. Бүгенге көндә без менә кунакларыбызны чакырдык, алар үз авылы татар телен өйрәнгәннәр, һәм алар арасында да татар телен өйрәтүчеләр дә бар. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашып китер, шундый бер файдалы әңгәмә булыр дип чанып алабыз. Сезне Алсу Усмановага бирәм, ул Скайтат платформасының модераторы. Алсу, как мы дейсіз? Қайырлы күн, есенмісіз? Әйе, менің есімім Алсу Усманова, мен Скайтат сөйлем клубының модераторы. Һәм инде біз бүгін мен татарша нешек үйрендім, татар тілін нешек үйрендім деген лекция әңгіме. Бүгін алты спикеріміз бар, алар алтысы да алты тілді. Алар түрлі платформалар, ұсынлар ярдәмінде татар тілін үйренеді. Әрең біраз нәрсе аңлашылмаса, рус тілін тәржіме етіңіз, һәм инде біздің жиылушыларымыздың, біздің тамашашыларымыздың сұраулары болса, олар да біздің спикерларға сұрауларын бере алады. Әйдегіз башта танышып кетейік, біздің микрофонды қазір спикерларға берем. Әйдегіз танышы келді, сіздің есіміңіз нешек? Сәлеметсіз, менің есімім Камиля. Мен 26 жас, мен Қазанда тудым, һәм мұнда өстім, ләкин Я умею турлерам урундам дешевым. Но я не умею телемда ишлядым, укулым. Но я не татар телемда унутым. Хазин мин яңавлен у ишлядыше. Барбасла салям. Меня сын Данил. Меня 26 яш. Мин Астраханнан. Кумышым лен. Мокадым Мәскеуда. Хам Мәскеуда топар тілі үйрендім. Бір ел деп Қазанға көштім. Онда татар тілі үйренуіме давам еттім. Хан тұлысынша мен қазір үйрендім деп айтып болатын еді. Сәлеметсіз, менің есімім Тимур, менің 27 яш. Мен Қырған өлкесінен 5 ел деп татар тілін үйрене башладым. Қазір давам етем. Бір ел деп Татарстанға, Қазанға көштім. Исәнмесез, қадірлі достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Я на самом деле восхищена вашей речью, вы огромные молодцы. Немножечко я сегодня отличусь, потому что буду отвечать на русском языке, но думаю, что моя история и мои всякие фишечки в изучении татарского языка окажутся для вас вдохновением и что-то приятное новое внесут в вашу жизнь. Да, меня зовут Анастасия Макарова. Я артист, певица, я русская девушка, которая изучает татарский язык и исполняет на нем песни. Спасибо. Хайлекен, меня зовут Сэм Саша. Минда русскас. Руссказа? Я еду из Руссказа. Минда татарша Аметтатлы Мактабинде. Укатым. Укатым. Хазырге мин IT-компанияда маркетинг директор эшлим. Вот. Шеф, сізге неше еш? Миңа 34 еш. Это сколько я сказала? Вот правильно. Хайырлы күннәр, һәммәгезендә бәйрәмнәр белән котлыйм. Мин минем исемем Гөлфия. Мин татар теле укытучысы. Татар телен төрле җирләрдә, төрле илләрдә укыткан, укыту тәҗрибәм бар. Төрле курсларда, проектларда катнашам, укытучы һәм педагог буларак. Бик шатмын, һәм әлбәттә хәйерле көннәр. Башлыйк? Әйе, башлыйк. Камина, бірінші сұрауым. Давайте даже на двух языках я буду говорить. Ну, на всякий случай, может, у нас зрители тоже захотят спросить. Не ищен сіз татар тілін үйрендіге будет. Почему вы решили изучать татарский язык?
кто у нас скажет? Давайте будем сначала... Поднимаем руки. Давайте. У меня не было вариантов. Мин Татарстанда ящим. Татарстан минем отаны. Татарстан конституция синдет Татархан Рустилеры Дэвэттилеры Дэпьёзухан. Жене кюре біз мэктэбізде татар тілі... Кучма? Ренергә кирәк. Шуңа күрә без мәктәбендә төп теле ренергә кирәк. Мин дә сезне йортам. Я на самом деле соглашусь с тем, что мы живем в Татарстане, и мы должны знать государственный язык. Моя команда называет меня Урман Кызы, потому что я девушка, которая родилась в деревне, русская Макулова. И по своему уже рождению, по своему происхождению, я считаю, что я обязана просто знать татарский язык, и всех вас тоже призываю к этому. Мин үзем Татарстанда тумадым. Минем бер нинди югары ниятләрем юк иде. Алай гына минем университетта, мин 4-нче курста укыганда татар телен буенча курслар ачылган. Миңа балай кызым булып чыкты. Мин татар буларак, анда татар телен укыталар. Һәм мин балай гына шул курска бардым. Беләсезме, миңа татар телен бик ошады, чөнки анда логик яктан бик барышыдыр, бик дөресідер. Мин үзем физик буларак, миңа шундый татар теленең стройность, логичность бик, бик ошады. Шуңа күрә мин 1-нче караштан ашык булдым дип әйтергә була. Һәм һаман да шул мәхәббәт дәвам итә. Юк, аерым сүзләр гына мин белә идем. Ну, шундый кан. Тутак, мунтаз, үзем диалекты бүлдә шулай. Бая гына юк, мин аңламый идем. Мин башта Астраханда гаилә белән татарча сөйләшмәдем. Без авылга гына барганда, татар телендә сөйләштек. Һәм туйларда, һәм ниндер татарча барганда җырлый идек. Һәм миңа кызык иде, нәрсә турында җырлыйлар. Мин үзем белмим, мәсәлән, эксез матур кызлар мин белә идем. Башына шул җырны. А артык бер нәрсә турында җырлый идләр, белмим. Һәм Мәскәүгә кергәч, укырга анда, ниндер миңа таргет реклама килеп чыкты. Мәскәүдә ниндер форум булачак, Урман күле дип аталган. Һәм мин очраклы районда да эләктем. И шунда татар теле укытучысы табылды, Римма Гомарова. Ул татар спикинг клуб Мәскәүдә шундый татар сөйләшү клубын оештырды һәм мин ничектер кызыксындым. Анда йөри башладым, ләкин аннары мин җан ачылды дип әйтергә була һәм күңел тартылды татар телен өйрәнергә. И на самом деле от каждого человека татарский был разный. А потом я познакомилась с литературным татарским языком, с языком Тукая, с языком, на котором говорят со сцены наши артисты, наши актеры. И тогда мне захотелось изучать именно орфоэпию татарского языка. Мне, как русской девушке, сложно справиться с ней, потому что это все-таки произношение. И помимо орфоэпии есть еще и сингармонизация татарского языка. Сейчас я вам расскажу, что такое сингармонизация. Татарский язык, он очень уникальный язык тем, что его гласные, они имеют только передний ряд и задний. Например, «Эйтне син овер сюз». Ни один язык не имеет больше такой сингармонизации. И именно поэтому татарский язык, он отличается своей полетностью, своей поэтичностью. Вообще на разных языках любой человек может говорить по-разному. Например, немецкий. Возьмем немецкий язык. Гитлер на немецком, скажем, убивал людей, а Бетховен восхищал и вдохновлял людей. То же самое и с татарским. Поэтому здесь важно внутреннее состояние человека. Не важно, как человек изучает онлайн или офлайн. Главное – ваше внутреннее состояние. Если человек тянется к благородству, если человек тянется к высокому, то, соответственно, и язык, и его сердце, и его душе будет укладываться именно таким образом. Поэтому тогда, когда вы заглядываете в словарик, попробуйте прочувствовать как-то с искусством, с творчеством этот язык. У меня недавно вышла новая песня «Этме син аурсюс», и я вдохновилась, на самом деле, Асафом Валеевым. И здесь уже текст я учила не просто глядя на слова, а именно музыкально. Мне хотелось прочувствовать каждое слово, о чем эта песня, какую картину она складывает, и какой месседж я могу послать людям этой песни. Поэтому к любому языку подходите именно творчески, старайтесь через сердце, через душу пропускать, и тогда
и онлайн формат, и офлайн формат, это неважно, подойдет любое. Әйімен келешен бүтін ұсыларыны қолынырға керек, онлайн болса да, офлайн болса да, бүтін үсіді біздің бош мегер үшін бейк пайдалы бүтін мағлыматына алғырға керек. Әм, білесіз мі, онлайн үрінгіде ұзының плюслары бар, мәселен, анда бір қайды барыға керек түгіл, әм тағын, білесіз мі, кішілерден оралышманда қой бір кішілерде, менде мәселен, шуынды, ішкі бөтім аят, есі аялу бар. Куркухисті. Әм онлайн білян арашқанда сен ішкір әзірек құқасын көлік. Әм әкін шоу курку білян көшірге керек. Мені шоңның өшін кересінші, шілер көбірек білян вживу, жаңылы етіп сөйлешірге тұрышырға керек. Дұрыс айтатын, шында куркухисі бар. Кәу мұнан мен білян шынды шуай нашар тіляшар деп ойлы. Рұш айтым, пока он зайдет в Zoom, до трансляции он не передумает. А так он пока, я иду, он накручивает себя, у меня не кирешек, кирешек, мы, у меня не конфликт, не кирешек. Онлайн, онлайн был, да, Zoom, как бы, все, назад пути нет. Ну, все нормально, я дала. Я онлайн формат бикоши, я заменил онлайн актеринда Беле около, меня могут еще сильно хотело, без оном блен индивидуаль силел дарисля занимаемся и так же. Бу формат мен аби көші, шынки менің оқытышы білі менің, мені білі, хәм ол білі менде темалар менің сөйлешірге ұчыраша, ұшы. Хәм шыма көрі, мен біздің дәріс бік пітәм. Мен анын бік яратам, хәм мен татар тілімдә сүді ғойстын ұчытеді. Рәхәтләнеп үрәнәм. Хәм онлайн формат мен ұшы, шынки мен һәр вакыт төрле урыннар саяхәт итәм. Хәм дәресләр не пропускают, короче говоря, Колдырмым и всегда присутствует, то есть поддерживается вот эта вот дисциплина, мне из-за этого офлайн формат очень сильно нравится. Лайн нет. Хан офлайн формат бір плюс бар, агар да зумба красным, да камерасын корк, я бірға була, и агар да сен корк, паңда дәресләргә ерге була.
Мен өзім башландым офлайн форматында, ол Татар Speaking Club Мәскеуде, шоу ұйышмада. Лекен сынақ ол біта башлады, хам біз онлайнға көштік. Мен Римаға тәрдем еттім онлайнда дәрістер алып барға, хам ол шоу тәрдемі қабыл етті, риза берді, хам онлайнда үйрене башладық. Мен өзім нешіктір... Өзім үшін башта шоу проект ясадым еренір үшін, лекен ол таралды, қан артық күшілерге да пайда кетіре башлады. То есть, менімше гибрид формат ол ең дұрысырек болашак, шынке онлайнда сен селен клубында дұрысырға ере аласың қорқымынша. Офлайнда, мысалан, сен театрға барға болдыра аласың, мысалан, просто тенлар үшін нендір жерлаттарға қан переводчик білен қолланырға ересің қойдыр, іштесің татартау үшін, и тәржіме еттің. Онлар нендір дослар білен тұрышырға, селешірға татар тілінде, қатын білен еді, тағын китапларын оқырға татар тілінде бола, лекен меніңше ирену формату онлайнда нешектер жайларак, сен корпумесен? Онлайн мен никогда не знала, сравнить не могу, она была восхитительной педагогом. Меня без селян клубна пайтек, и Данила Адышцы из Пилябис, меня шумды срал было шаг. Мы знаем, Пикерлор Арасында, да, тартылен селян клубна кайган ущелер бар, а есть такое понятие, как сразу погружение в среду, разговорную среду. Данил, селян шипов. Меніңше ол ең прогрессив формат, именно башта сөйлесу, аннары теорияны үйрену. Чөнки сен сөйлей башлағаш, кішкене стрессіні сезе башлайсың. А шол стресс нешік жүмлелеріні түзерге, нешік нендей сөз керек ол уақытта айтырға керек, ол сені біразына шол сөзіне есте тұтырға мотивирует етті. Вот сен, мысалан, келдің дәріске, онлайн дәріске, мысалан, и сеннен сұрайлар, сен өзің тұрында әйді сөйлеп ет, и сені ойлысың. Так, менің есімім Данил Яры-Якша. Она қояр, не шейін мен, қояр шейін. И шоу үшіні, мысалан, анда кімдір экономист, ол иқтисад сөзін білмей, ол білмей, сұрай, а как будет экономист? И ол қорай, оқытшын арғайда, экономист иқтисад че болашақ. И ол, это мен иқтисад білен шығыданам. Шоңа көрі, башта сен практикасын қоланасын, анары теория, меніңше ол ең қолай, лекен ол стресслы, но меніңше стресс ол зор төгіл, ол бірнеше дәрістансын, бірнеше атынадансын, ол жүр бітіре башлы. Пайдалы стресс, иә, шынды кішкене мазохизм, лекен меніңше ол керек. Айталер бит куайдар мен 11 ел инглиз тілін ирендім мәктәпте, лекен иреніп бүттімәдім. Көштім, мысалан, Америкаға, и бір елдан сын уже сөйлей башладым. На татар тілінде да шулай, бүтін тілдерде да шулай меніңше. Ваша практика, анар теория. Это выход из зоны комфорта, назовем так. А давайте поговорим, вот, например, біздің башқа спикерлер, неше ғойды? Сіз ирена башлағаш, там, сөйлеша башлағаш, был ли прогресс, когда вы просто учили и потом начинали общаться с другими людьми, вот, носителями языка? Да, я вот соглашусь с вами по поводу, что очень важно погружение в среду. Ладно, не суть. На самом деле, я благодарна своим родителям, потому что каждое лето они отправляли меня, как тогда я считала, в ссылку в деревню бабушки, где никто никогда не говорил по-русски. И именно благодаря тому, что у меня просто не было выхода, я учила татарский язык, и даже многие вещи, вот сейчас, проходя со своим учителем, я понимаю, что я знаю их на базовом каком-то вшитом уровне, просто бессознательно, потому что оно вшилось вот тогда, в детстве. То есть я не знала, откуда я знаю эти правила. То есть я пытаюсь грамматически как-то понять, но оно вылезает самостоятельно, и это очень важно погружаться чтобы на бессознательном уровне закладывать в себе ценности языка, культуру языка и вшивать его в себя. Вот, поэтому я, безусловно, за то, чтобы ходить на разговорные клубы, общаться и учить язык таким образом. Интересный клише умы. Немче башта грамматика вилян, тонашура керек, башта тілінің негізлері өнерге керек. Чынки, егер сіз
мұхитта, мысалан, клубында бір кімді қалайша айбат сөйлеші алмай екен, сіз сөйлеші алмайсыз, бір кім бір нұрсыда аңламай. Но бұл, менімше кішілерге қызық болмай шәк, чүнкі разговаривают люди, которые не умеют разговаривать между собой. А егер сенің яқшырақ біле тұрған кіші болса екен, сен аннан көп сөзлер, көп формалар бірені аласың, һәм шондай ұсыл мен қалса бик пайдалы болар. Мәселен, шулық ауылға бұрырға, онда тілер өнерге. В общем, мен менің грамматика өнерге керек. Яки туысынша татарша мұхитта ғына өнерге. По сей день у меня проходят уроки с учителем татарского языка. Я занимаюсь Резидой Саляховой. Это наша актриса Тинчуринского театра. Да, у нас два раза в неделю татарский, поэтому на самом деле моей практикой являются, к сожалению, только эти уроки. Ну и когда мы разбираем какие-то новые песни, которые мне пишет поэтесса. И у нас с самого начала моего творчества на татарской эстраде была такая идея, чтобы меня на месяц поселили в какую-то татарскую деревню, где со мной будут разговаривать исключительно на татарском. Поэтому, кто хочет меня забрать на месяц в татарскую деревню, я буду только за... буду помогать вам в огороде и учить татарский. Да? Я уже нашла, спасибо. Да. Азербек актуаль. Но у меня уже печально с погружением татарских студентов. Есть и поедем с вами. Нет, это ваш выбор. У меня другие интересы. Я вас в город заберу, хотите в татарскую? Это какой? Нурлат. По крайней мере, я буду своим. У меня забавные бывают такие истории. Когда знакомишься с новыми людьми или на работе, общаешься с коллегами, они же не знают, что у меня там 10 лет татарского языка изучения, просто же татарской литературы. А они татары, и иногда хочется сообщить им свое какое-то вот расположение и интерес к их языку. И я вот им что-нибудь могу сказать татарскую, какую-нибудь выдержку из института татарской, из Татарстана, или что-нибудь еще, такие заученные фразы, они так тают всегда. Вы, да, вот? Да, это так им приятно, мне так нравится просто приятно сделать другому человеку, и они мне со мной начинают татарски разговаривать. И вот такие мини-вкрапления, что ли, татарского языка, вот на таком уровне бытовом, это единственное, что у меня было в моей школе. Все так удивляются всегда. Никто не ожидает, что русская девушка может сказать на татарском языке какие-то политически правильные фразы. С какими трудностями вы столкнулись при изучении? Сложно именно произношение было для меня. Потому что фонетика татарского языка, она очень глубокая. И нужно было к этому привыкать, потому что в бытовой жизни мы привыкли говорить вот так. А нужно разговаривать по-другому. Поэтому для меня все-таки орфоэпия, она оказалась самой сложной. Особенно в исполнении, когда записывались первые песни, мне говорили: «Анастасия, у вас акцент». Это было не очень приятно, поэтому я по сей день над этим продолжаю работать. Әйімінің де ауызлары білен қиындықтылар бар әне, қамында бар, қамында акцент білен сөйлешім. Хәм біләс мүтілінің үренің ол ауыр түгір. Кішілер білен сөйлешу бұл ауыр, шынки бей көп кішілер сен атып тұр айта алар, сен дұрыс сөйлешмейсің, сенің акцент бар. Шынды токсичный кішілер қызғынша қаршы бей көп. Хәм мәне аларға иқтибар етмеске, ойылмасқа, күйі болырға, менің үшін бұл ауырак еді. Қантағын тілінің барьері жеңерге бұл менің үшін ауыр еді. Қазірді мен по-молчанию кішілер білен құрыша сөйлешем. Менің үші башқаша да болар. Мені білесіз, бұл көбірек психологик яқтан проблема. Еш түгіл, ләкін бірнеше тоқтыр өсірешқаш, сен анары ұзы
ойла башлайсың. Син үзе қорқа башлайсың енді. Менің ең бірінші проблемасы, менің басқа сөзлер тезірек егіре, ләкін мен әйтерге тезірек үйренем. Умный түгел ішітәм, что не получается у меня из-за этого. То есть у вас мысли бегут вперед, да. А лексикон отстает. И самая главная проблема в том, что вот как и Александр, у меня выплывает английский, потому что на нем говорить мне проще. И такая, так, нет, это не английское слово, нужно вспоминать. Вот и с этим я сталкиваюсь, что смешение языков, и ты не можешь вспомнить в моменте именно свой словарный запас. Вот это нужный язык. Да. Мы еще вот минем интерпаурлок, саборлок, мин... тек тұрмас, хан менің үшін көп вақыт керек татар тілі үйренер үшін. Меніңше ауыр татар тілі үйренерге, хан керек ме оларға мен үш атнадан сын татар тілі үйренермін, есі үш айдан сын үйренермін, еқ шулай болмай. Үш ел минималь, меніңше керек просто өзің вақыттан қолдырға. Хан менің ол нешек шешілді проблема, мен жетекшісі болдым тігі проект, татар тілінде проекттан, шыма көрі әсетіне, сен башмайсың бір қайда шоу проекттан, и сен тиеш татарша сетен шаға. Вот, әгерді сен тұшынды бар, мүмкіндік тиеш бір өзіңе істәме бір татар тілінде үйренер үшін сол көйірға, мысалын, ауылға барып, есімні мүмір проект жеткерге, то есть, создать проект на татарском, чтобы научиться татарскому. Вот. Ол меніңше мотивация болу. Хан ин ауырлык меніңше уақыт мысаларына. Хазір мотивация татар тілі үйренер үшін хар кішіда өзіңікі. Хан әгер да сен мотивация табасың, уақытны көп сайла өзің үшін. Хан әкірін ғына үйренен башлар. Минимум 3 жылдан сен үйренерсің ала дұрса. Білге қуанына сұрайсың керек. Әйтігі зәлі біне, сіздің тәжірибе бойынша татар тілін үйренерге тілеген зор күші болсам, ейсі бола болсам, менде еш өшірі тұрған проблемалар, хан еш өшірі тұрған ауырлықлар бен ұшырашуанына шоу күші, ұқи тұрған, үйрене тұрған күші. Хан, мені Данил айтты, күлмі уақыт керек сіздің пікірінше татар тілін нөлден башылап, үйрену үшін, қамейлі білері үшін, үлкен сұлай тілешті үшін күлмі уақыт керек. Әгер дайынды бұл күші ұқытушы білен хәр дойым шығырленейкен, менімше, мәселен, жей бойына үйрені бұтырген боладыр деп ойдым. Һәрдайым булса. Әйе. Һәрдайым, һәр вакыт. Һәр вакыт ул байт ничек? Постоянно. Мәсәлән, ул көндә шөгыльләнергә мөмкин. Һәр көн шөгыльләнергә мөмкин. Әйе. Һәр көн. Булай, мәсәлән, күптән түгел курслар үтте мэриядә. Анда татар телен белмәгән кешеләр дә килгән иде. Безнең 12 дәрес иде. Без 12 дәрес ичендә көндәлектә әз генә булса да сөйләшергә инде өйрәндек. Монда инде укытучының усталыгыннан тора, методика дип әйтелеме. Һәм минемчә менә бу телгә мәхәббәттән тора, нинди юллар кулланып син аны өйрәтәсең. Менә шулай, әгәр дә бу төрле яшьтәге кеше икән, иң беренче минемчә укытучы табу. Менә үзеңә рәхәт, аның белән сөйләшергә рәхәт булсын, куркып тормас син, әй бит менә үзеңне иркен тотырган мөмкин булсын. Укытучыдан һәм аның усталыгыннан бик күп тора. Жауап бердіңмі? Әйе, һәм бұл кіші міне, мәселен, міне Зоя дейді. Міне біздің Анастасия дейді, Сирияны дейді, ауазларды дұрыс дейді, бүгінгі бір башқа атты. Сіздің фикіріңіз, міне сіздің тәжірибе бойынша. Кішілер нендей олардың қаталары, нендей ауыр, нәрсе ауыр болалығы дейді. Келіп шықмай, үйленесе ұзағырақ уақыт әлемінде. Келіп шықмай деп шоу ауазлар, мендедір ауырлықлар болсам да әйтә бит, мен оқытушының ұсқалығынан тұра деп санаймын. Ауазларына әйтушының да ауырдыр, әмі шыны мотор етіп, юлларын табып, рәхәт етіп әйтірге, үйренірге. Мәселен, шыны мұна қарифа, әй бит? Әке, мұна қарифа, әйтіп, спринг, мұна, спринг. Ана қатты бошқа сөздер білен шағыштырып әйтіп, үйренірге болар. Шыны мәселен, ә қарифа дейік, catch, hat, біз енді қай инглес тілінде үйренеді. Шөй, мұна бит, жойлы. Енді ә қарифын білесіз, мұна қарифын білесіз. Идейінді қабатларға мүмкін.
Хамида шул харифлерді кіртіп, тез айт кішімі жүр ма? Шулай өзгіне ешіттің нәседір үйрендің? Онда cat, hat, spring. Енді білесің, бұл харифлерінде істе қолдадың. Әйінді шулық сөзлер, мәселен, ең бірінші сөзлер, қойбір сөзлеріне үйретесің. Шул сөзлерден енді жүмелер құй башылысың. Әйінді ең мүхімі міне кішіге бұл тіліне үйреткенде, міне ол ұрамға шықты, кімнедір көрді, ол нәрсе сөйлеуші ол кіші білен. Міне шулы көзі оңда тұтып үйретесің, сәлем хәлері неше құрылы күн неше құмады, әйді театрға бара алдыз. Әйді менің білен, әйді шай ішеріз, мәселе не бі? Шай біттен біле болған. Міне шул лекцияны үйретесің де, ауылға тәйбенді шуға бейленіп үйретіп жібересің, оны бек шөйлі үйренді, бек рахат. Деген бір рахмат дейді, сұр? Хамиді практика үшін шулы жырлар қолайсыз ма? Менді әйтіп жібердің біздің мобиль құшымтаны епек. Онда мені біз сөзлеріні елзірға, қаріптен дүрінші ерға үйретіпіз, мәселен. Шулы жырлар білен театрға бірге барға. Екі мәселен ұқытушы енді шулды екен, аны білен бірге театрға барға бола. Әйтік бірге ерілген бола. Еге мәне, енді татарша сөйлеші. Рахатлы. Еге, көресі мәне, мәне кіші елінде шулы рахат мұхит тудырсам, ол өзінен өзі сөйлеші башты. Ұялымын ама рахат. Рахмет. Хәміне тіл үйрені бойынша шоңды айтып күтесім келебізді әтейінлері тыңлай. Мен Америкада ешіп қойттым, Канадада оқыттым, Алманияда оқыттым. Америкада татар ғайлесі, ғайледе бары тіпті торшағына сүйлеші. Татарская литература мне сложнее всего давалась, потому что это разница татарского языка, который мы изучали в школе, и то, что писали авторы и поэты, скажем, Рыбжелько, или в первой половине 20 века, она очень чувствовалась, и она была иногда непонятна. Какие-то выражения, да, или правила построения предложения. И это было сложно. Надо было заучивать еще. Вот я помню, что мне сложно давалось заучивать. Причем наизусть надо было заучить текст какой-то. И стихотворение, и проза мне давались очень непросто. Потому что не хватало вот этого как раз вокабуляра, чтобы как бы понять, не просто выучить. И я помню, я крайне редко когда тянула руку, когда надо было отчитаться, вот домашнее задание, там, выучить, так сказать, текст. Нәтиже бойынша оқытушы боларак атнага 6 дәрес татар тілі бар иде. Һәм менің оқушым бар иде, Вика исемле, шипши стат рус кызы. 2-3 ел аңа жетті мені татар тілінде енді сөйлесіп, ол енді біз мен татар тілінде ғана сөйлесіп оқыштым қолына дәрісте. Һәм Яна есімді қыз бар еді, мәселен, бірінші сыныпта ол сөздерін дұрыс айтады, екінші сыныпта кішкене ғана текстлар сөйлейді, үшінші сыныпта текстлар зурайды, төртінші сыныпта әлеге қыз енді менің кебі дәріс береді. Міне дәрісін тыңдайды, сөйлейді. Міне бұл татарша, міне татарша деп әйтерге ша керек. Ғаріп ше, мұнда ше керек. Ол енді дәрісін тыңдап, мені тыңдап дәріс алып барайды. Міне дәріс санынан да тұра, бұлардың өзілерінің сәлетлерінен де тұра енді. Сіз татар тілін үйренушілерге нендей кеңес берер едіңіз деп жатыр. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет изучать татарский язык? Начиная от форматов, от преподавателя, вот каких-то лайфхаков. Все очень просто. Надо просто 10 лет учить татарский язык 2 раза в неделю, татарскую литературу 3 раза. Преподаватель не зависит. Ну, Шаня, 52-й гимназии. Это как шутка, американец спрашивает у англичанина, как вам удается поддерживать такой прекрасный газон? Англичанин говорит, все очень просто, нужно просто в течение, нужно просто каждый день подстригать его в течение 300. Я, наверное, скажу о том, что любое изучение языка или чего-то нового в жизни, оно воспитывает нравственные качества в человеке. А нравственные качества – это выше всего. И я вам советую творчески и с душой подходить к любому делу, потому что как творческий человек, в принципе, на своем опыте я ничего не могу больше сказать. Слушайте музыку, ходите в театры. У нас потрясающие театры, потрясающие спектакли, потрясающие актеры и люди, которые создают это творчество в нашей республике, которые
которые мы презентуем на всю Россию. Ездим в Москву, там с днями татарской культуры и так далее. Поэтому у вас есть огромная возможность вот здесь, вот на ладони, для изучения татарского языка. Мы придумали такой проект, где русская девушка поет на татарском языке. Даже моих русских друзей это очень сильно восхищает и вдохновляет, когда они говорят: «Настя, как?» А все просто. Все просто, потому что мне это нравится, потому что мне хочется изучать культуру татарского языка, ее глубину. Это невероятно красивая культура, невероятно красивая история, как и у любого языка. Но все-таки татарский, как я уже говорила в самом начале, по моему происхождению, очень близок к моему сердцу. Мин глясен татарша якши біля тарган дусларына товарға кенешетерден, алар білян күнсен сөйлешерге, язышырға, мына бұлай тіп, күнне якшаратып бола, хан тағын бір нерседі құрықмасқа, күйу болырға, кишілер білян көбірек сөйлешерге, ұрамларда, мәселен, там, бірнеше сөздер білсен де, бірнеше фразалар білсен де, аларыны қолынырға тұрышыға керек. Сән мәсіз, рахмет. Балай тіп, ұзының құқыларына жемерге бола. Мен кенеш татар ауылға барырға, хәм онда бір ай ешерге, хәм әді білен сөйлешерге. Әйе, мәкірі сіз татар тіліне үйренімсіз. Мен білмейм, нешік, менде лайфхаклар кенеш. Ләкін мен әлті алам, нешік мен өзім үйрәнді. Башта мен татар тілі мүхетіне таптым. Ол менің татар тілі үйрәні үшін мотивация болды. Қан мотивация табылды. Меніншіден мотивация болға тиеш. Меніншіден мен Москвада татар спикинг клубқа офлайнда ере башладым. Бір ел. Аннар мен шоу спикинг клубта нәрсе тұрында сөз барақ. Онлайн материалдар қарай бастадым. Мысалы, айда онлайн, анда грамматика видеороликлар бар. Мысалы, окончаниялар, мен командаларына қай вақыт бұтыр. Мысалы, мұна, ейсі, мұна қойырға асқа, ләкен вот видеороликларда прям дұрыстып көрсетілі, нешік қолғанырға. Дүркетшіден мен онлайн скайтап сөйлеші клубы үш тапқыр үрімі білен, хам анда атнада үш тапқыр үзім ере башладым, хам сазуанарда татарша сөйледім. Нары мен татар тұсты білен бірге яшадым, сәйдәш есімді. Біз бірге яқынша бір ел бірге тұрдық, хам ол менің білен татарша сөйлешті. Мен нашар сөйлешкенде де ол бар-бір менің білен татарша сөйлешті. Нары мен подкастларына тыңлай башладым. Койна Қазан мен толсынша тыңлап бітірдім. Бірінші фильмі қарадым. Мысалы, Молла татар тілінде. Әсеріні аудиоша тыңладым. Матурлық Амирхан Енкенің. Анар мен өттім Дмитрий Петровның татарский с Дмитрием Петровым курсын толсынша. Оны қара бітірдім. Анда 24 ролик ма? Нары түрлі шарада қатнаштым, Москвада қатнаштым. Мысалы, Ашық университет барышынды платформа, вот анда мен бірнеше тапқыр олар білен ұшырашуларда қатнаштым. Нара Қазанға көштім. Татар тілінде мәдресесіне ұқырға кірдім, Мұхаммадия мәдресесі. Онда татар тілінде ұқырға бола, ислам дініне. Қазір татарша дұслар білен, қатын білен сөйлешем, хан татарша хадис китабын ұқырым. 90-ша үнім дұрт ел өтті татар тілі үйренен башлағаннан дейсін. Хан шынды кішіне лайфхаклар. Біріншіден іш лайфхак. Бірінші переводчик өзім білен қар вақыт қар жерде алып ерігі translate.татар хан сөзлік.ру. Алар бүтін жерде қолануыла. Хан, мысалын, сөзіні білмейсің, онда қарып шықтың, естет қолдырдың. Екіншіден татарша сөйлей тұрған дұслар білем бірге ешірге. Хан татар тілінде татар тілі сөйлеше тұрған қатыны табырға, есі еріні табырға, хам татар ауылына барға. Хам скайтат сөйлеші клубына ерге. Бигзу рахмет, Данил.
оқылышы боларады енді. Енді әнтеңілерді бар, балаларды бар. Бұлды күнді тұтатында бір көп түрлі татардың онлайн форматты үйрену һәм ердемліклерді көп. Өзі мәселен көңілі әлі көдерісілерді олып барам. Сізге де тәңдім етем. Мен онда қазір қаріпіні кәмілеп үйретем сөздерімді көңілі әлі қуат. Салават Купір, әйе. Салават Купірінің YouTube-та мәселен бір көп видеолары бар. Салаватының бір көп видеолары бар. Әйде онлайн һәр уақыт шығып тұрашылай бит. Шулай ол аудио әкетлер бар балалар үшін. Аудио әсерлер бар бұның күнде елтірілген. Әмінде бір көп күнде қошымталар да бар. Күнде бошлаған, бошлап жіберушілер бар. Тезден өзіміздің қошымта Нұрбай ала бірсе дүния көреді. Шуңа көре, бұның күнде бір көп түрлі мүмкіндіктер бар. Бары тек қолдануға ғана керек. Олар бар. Бары тек іздеп тауып, міне балалардың қолына телефон тұтқан уақытта да ілтибар беру керек. Қонәле, тотар тілінде де бар, тотарша да бар. Бик зур рахмәт сезгә килгәнегез өчен, үзегезнең тәҗрибәгез белән уртаклашканыгыз өчен, фикерегезне белдергән өчен. Мин сезгә бик зур рахмәт әйтәм. Мин сезнең барыгызда бәйрәм белән әлегә Виктория тәмамлана. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу нуктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Әлеге подкаст Skype-та Сөйләм клубы һәм Татар порталлары берлегенең уртак проекты. Безнең подкастны Spotify-да, YouTube-та һәм Rutube-та, Podster мәйданчыкларында, Apple һәм Google-ның подкаст ресурсларында, Яндекс.Музыкада табып тыңларга була.